Первый в жизни школьный звонок. Сегодня его услышали 10 тысяч первоклассников в разных школах Барнаула. А всего в краевой столице в этом году за парты сядут почти 90 тысяч школьников. Дальше будет тяжелая жизнь. Хочется насладиться побольше этим моментом. Школа – это так. Это еще цветочки по сравнению с тем, что меня ждет. Ученикам 45-й гимназии повезло немного больше, чем остальным школьникам. На их линейку пришел сам мэр. К тому же, когда-то Вячеслав Франк тоже учился в этой школе. И кто знает, может, он еще не последний градоначальник, который получил аттестат 45-й гимназии. Я обращаюсь сегодня ко всем. Хочу еще раз поздравить вас с этим праздником. Набраться терпения, уважения к педагогам, уважения к самим знаниям. Сегодня вы начинаете свой учебный год. И хотелось бы, чтобы этот год был легким, светлым и полным проектов, чтобы все ваши ожидания сбылись. Кстати, с этого дня все школы страны начали проводить церемонию поднятия государственного флага под гимн. В начале недели его будут поднимать, церемония спуска в конце рабочей недели. 45-я гимназия не стала исключением. Остается надеяться, что на учебу этих ребят не повлияют очередные вспышки коронавируса или дистант, ведь впереди 9 увлекательных месяцев школьной жизни. Ирина Корчагина, Александр Андропов. День с толком.